С радостью хочу вам сообщить, что теперь в моем магазине Goodwin Shop появилась возможность пополнять баланс Steam с очень привлекательной комиссией. Также вы можете купить игры, которые заблокированы на территории РФ. Ссылка в описании. Всем доброго времени суток, ребята, это Goodwin. Сегодня мы играем в новую сеть через аспект, который позволяет нам настакивать урон, когда мы получаем дэмэдж в ультимейте. А как вы знаете, мы ультимейт делали бесконечно. Получается, можем настакать бесконечное количество урона в теории. Вот мы это и проверим. Есть там некоторые фишечки обузы, которые я хочу протестировать. Я это в обе нигде не пробовал, но в теории работать должно. Вот мы сейчас узнаем. Единственный минус, то что у Тинкера больше нет матрицы, которая снижает перезаряд на 25%. Но это и минус, и плюс, с одной стороны. С одной стороны, как бы стратегии с уменьшения КД технически эффективны. С другой стороны, нам тех не надо надрачивать на Тинкере там какой-нибудь 20 уровень. Да. Ну а на Руси 25 набить вроде, ну, не супер долго. Поэтому... Кому я должен хорошую линию обеспечить? В топе или в боте? Ну, если аганим, может, аганим супер быстрый? Ну, был. Было бы неплохо. Да, попадем. А там опять Бристлбэк при этом. Бристлбэк здесь! Бристлбэк в этот раз у меня... Ой, ужас какой. Господи, это Лёва сказал? Это Лёва, да. Здорово. Всем здорово. У меня сейчас линия посильнее, чем прошлое. Нормально. Тут я не вижу бота, блин. Ну едет, шо? Я ж тебе пикал 12 секунд. Будто мы не видим. Вот Т2. А я... А, так я не вижу, блин. Он, видимо, слился с каким-то из товаров. Не давай много зарядов на себя настакивать, Аль. Да какая обнаглелка. А как вы, блядь, не давать, если я прикол пытаюсь иногда? Пьер, ты чё стал? What? Он заботился на курьера, Санёк, но я курьером тебе помог, блядь. Легенда, легенда. Барс. Сверкает как мёд. Что он быстро отреснулся? Как пято, что он дуная этих не работает? На дуная не работает рефракшн. Ну это довольно-таки давно, на самом деле. Да. Тем не менее, каждый раз ты овчар получаешь неистовое удовольствие, потому что можешь хотя бы своих кого добивать. Это вьетнамские флешбеки. Можно поточковаться, как не помрет. Так как будто бы пару, да? Нормально, мы пробили. Банка, банка, да? Да, да, прям так. Обе нисовство происходит. Она наверх пошла, Санёк. Она увидела, что... Не успела. Нормально, я убью её. Вот. Ну, у неё же нет бота, чё. Хорошо. Я ставил. Спасибо. Легенда, легенда. Бристлбэк здесь. Где? Здесь. А кто спрашивает? Ой. Кто здесь? Нормально я ты. Спрошу. Чисто когда пёрнул во сне, проснулся и сказал, кто здесь? У меня тренер рассказывал, что он своего храпа иногда просыпается. Я удивляюсь. Или у меня тоже, кстати, кто-то, то ли из родни, кто-то вот пару раз что-то было такое, какой-то прикол. Что вот храп просыпается. Да. О, корона попе, с ним все везет. Да, уже есть. Блин, как же хочется на УФСе поставить какого-нибудь героя, в которого можно гриться. Ну тут еще смотри, тут есть Бристлбэк. Не-не-не, тут грис. А, стоп, я же грис нажал. О, черт. Успею, не успею, успею, не успею, успею. Да. Опа. Блять. Печка не долетела. Че, она там села, да? Блин, она ничего. Может, меня что-то зарядит? Центральную башню атакуют. Да давай сиди, блядь. Че, совсем охуел? Посиди, подумай на своим поведением. Блестяшка. У него вардецкий там, да, смотри?
Короче, мне нужен достен. Заебала, блин. Просто садись и сиди. А я сентри тащу тебе на мид. Я сентри тащу. Давай, давай. Ну конечно, баш. Вот тут, если бы тебя спас. Да, он помог, но мне баш этот выпал. Да, да. Лайк. Я еще взял главное оверпауэр, чтобы, блин, и щиты быстро сбивать. Аль, смотри, этого можно. Mm. Я сам, все окей. Я на середину водички тебе поставлю. Не-не, мое. Давай. О. Блин, как же я соло. Хорошая легенда. Спасибо, блин. Ну ты тоже там чуть-чуть помог. Бывает немножко, так подхожу на линию, когда время я свободно. Так, подсобил чуть-чуть. Он чё, блин, Ланая от меня убегает без сапога? 340, ну это ночью. У меня 355, у меня сапог. Стоп, подожди, почему 340? Нет сапога, чё он такая быстрая? Ланая вообще помню, ну, питерская, не знаю. Я на ней помню играл, как будто как в танке, еле едешь, кирпово догонишь. Ну что, говорит, еле едешь, дальше будешь, правильно? Правильно. Может быть. Я не помню. А че он сидит, получает в лицо? Сверху, да? Да, я понял. Чего? Давно так работает? Блять, серьезно? Еще и хоста. Да, ну скажи. Оно на меня, оно на меня. Фу-фу-фу. Подожди, у меня проблема. У меня умер герой и умер крип. Но крип не умирал, он был фуловый. Я не понял, что произошло. Бросишь кого-нибудь? Пробуешь? Я не достаю. А-а-а, тихая наглая тварь. Дал армор тебе? Можешь подраться под ним, Аль. Не хочу, нормально. Не хочу. Ноль доверия в команде. Я статун побежал с ним. А чё от члена тут нужно? Просто приучи крипа. Короче, надо было мне качать все-таки третий или бека. Второй вообще не помогает. Хотя, либо с гуским центриком я, конечно, вначале мог убивать, но сейчас уже... А, сейчас крип умрет, можно подочковаться, вот смотри. Не получится. А, нормально. Да ладно, короче, это, тут догоним чуть-чуть. Ну как, спасибо. Чем там она и занимается? Теплый свет. Непонятно. Можешь загамбить? Хочешь какое-то слово похвальное подсказать? Она сейчас расстроилась, что я сентри сломал. Блин, надо чтобы Глимс потратил. Выйди, напади, чтобы Глимс потратил чего. Санёк, Ланая очень разбитая, смотри на безрыв. А он как будто, кстати, без него он ни разу не нажимал. Не, нажал. А чё меня оттолкнуло? У Гримстрока аспект. А не у Грима, а у этого... Я больше ничего, у меня нет маны на... Ебать, ты. За что он пришел тут? Да. Помощник. Ой, аганимчик сразу, Саня, заберешь сейчас? Давай. Ой, тут темпларка. А че у нее там инши-панши? У нее там стаки? Она просто какая-то пришла сюда, лохпэшная хаза. Видимо, стаки были. Не-не, я с ней дрался под Т1. Я тебе дала аганим, Саня. И она поэтому разбитая такая. О, ой, я тебе крип подсобил. А, или это наш? Я говорил, Санёк, приди, темпларка разбитая. Не то подумала. Я понял, но на сверху момент я был занят. Да-да, я понял, руна сверху. Больше никому не надо, гоним. Значит, не надо, супер. Вроде нет. Так, у меня появляется БФ, с БФа мы уже начинаем инсталов охренеть. Грёбаные деревья. Куда я упаду? О! Да. Побегай. Да, ману забей. Давай. Ой, сейчас все. Как я люблю Чена, блин, я на нем так давно не играл, такой кайф каждый раз. Начинаю просто. Она вот тут. Больное блюдо. Я вот тут развордил Санёк, и она мне сейчас сломала, то есть там, смотри, вижу. Да я на глазах мне это сделал. Ладно, я пойду с таких фриманов. Да тут их не так много. Ой. Мышки. Сейчас еще раз стакну, погоди. Ну, кстати, тоже трипл стак маленького компа на всякий случай, там для Аля, мэйби. Аль, давай задаем под Пашу, слышишь? Аль, подойди. Ну, окей. О, Дизрика я сам убью, нормально. Мое! О, приятно еще и.
О, там Пларк в инвизе идет. Да, идет. А что, это патч новый? Наверх. Она в мелде ходить может. Эво! Не знаю. Ну так, не знаю. Ты Пларка представишь, который в мелде? А ты что, не читал патч, да? О, на тот. Кто вообще патч читает? Я. Не успел. От кохки до кохки. Блять, это... Почему так работает? У меня крип умирает после смерти. Ну, а, вместе с тобой? Ты умираешь и крип умирает, да? И раньше так не было, по-моему, я не уверен. Как это читает? Или это имеешь в виду? Аспектовый. А, аспектовый. Этанонь. Тут я хз. А, батл могу забузить в миде, или чё? Неплохо. Чё, боже, напасть? Я вложу, я напасть просто. Я бегу вперёд. Что ты делаешь? О, хорошо оттолкнул. Это хуйня идея, это пиздец просто. Нечем сбивать. Зато могу обновлять. Блять! Проблема. Отходи. Нормально. Я кнопка не забинжена на блоке. А что, не обалдели? Блин, чего турят? Силы обалдели. Укрепили свои сооружения. И топы, сколько их тут? Ну, нужна топа. Они все пришли. Вашу центральную башню атакуют. Ну, вроде успокоились. Хорошо. Стол. Не могу дотолкнуть. Банка 2 секунды. Рядом? Оп. Там ДДшка. Или уже сказали? ДДшка у меня дома сидит, не надо так говорить. Сначала собрать урну или не надо? Или акторинчик соберу просто? Так, я дальше пойду. Угу, давай. А, там фармит собака бешеная. Нет, тебе нужен акторин. Наверное, ну вот я же. Давай. Хорош. Вы не отдали врагу центральную башню. Я слетаю, ребят, подхилю. Там что-то много, Санек, увидит. Дизрик пятый. Но проблема с Амигос. Амигос. Я петух. Помогите. Не знаю. Меня тут Ларка зонит, не могу ничего сделать. Я ульту нажму с добегкой, если потребуется. А я тебе зарекулю, Дэн! Блять, нет. Давай. Силы света укрепили свои сооружения. Это ведь. Это есть, Санька. Это же есть. Эй, ты что делаешь? Ну-ка. Я вообще-то отпуливал там. What are you doing in my swamp? Как говорится. Так-то лучше. Блин, а я как назло еще чакру замаксил. Не фармить надо. Так, у тебя же правильный талант же на течение? Талант. Ага, найс. Какой из талантов? Я какой должен быть? Ну, чтобы... Рикол. Ну, чтобы... А, так это котел персонаж, котел называется. Я просто сказал, начение. Начение, да-да-да, прикол начение. Я просто ищу, до кого доебаться. А на меня купол потратили, ребята. Это здорово. Вот тут, Аля, респект тебе, кстати. Правда, там... Серия из 7 убийств прервана. Ничего. А, ничего себе. Которую я не сомневаюсь. Блядь, да. Да я удачно скачил. Тут 5 человек, оказывается, внезапно. Огонек. Да, никто не а как ногти без даггера играть? Вообще невозможно, тебя все кайтят. Да мне и Мидас нужен, Тараска. Да, я понимаю. Ой, и Тараска, и Актарин. А, стоп! Я. Рошана может убить, пойти? Да, о, пойди Рошана, кстати. О, я иду в стоп, я иду, да. А я стакана не успею. Нет, наверное, уже не успею. Стакана. Ладно, мне нужен даггер. Без даггера играть будет невозможно. Сапог-то потихоньку надо. О, я столкнул, вот это я круто. Я в топе уже на Рошане, ребят, я готов. Один не могу. Чуть-чуть. А чё, слабо? Подожди, тут кто-то был? Кто? У меня проседки кончились сначала. Ну... Ладно, я зайду в гейт. Твоему виду не дано побеждать. Куда? Вот-вот он сошел.
О, тут будет. Да, конечно, нет. Там. О, вот сетку потратили на меня. Нихуя умом, Дэн. Блядь. Бывает. Жестко, жестко. А что Дэн сделал, я не видел. Хорошо. Там просто жестко. Ну? Рона счета в топе, сами минуту еще. Не хочешь забрать? А, так я под ней заберу. Хорошо, тогда. Ну, я ты сама заберешь в любом случае. Я типа продажу. Под пенис? Ну да, под пенис. Это можно ждать. Дерриколь? Да, мне нечем Ленку сбить, как быть? Санька везде рекола. Ой. А, помидор кидать сдохнет каким-то образом. Ты ж нагрел на неё. Ай, можешь ушукшать отсюда, мы справляемся. Экспан нужно. Пять нужно. Убить силами тьмы. Сверху много, вот снизу. А, подождите. Ой. Так, у меня шарт, я пойду этого крипа на КДРСК. Так, надо вылезти из меня. Андрей, ты чего? Мне же экспан нужен. Ты что там засел? Да, ну ты типа сказал залезть, я залез и все. Типа, ну в драке. Короче, просто в драке залазишь и в недраке его вылазишь. А, ох, нейтралка. Стоп, подожди, мы Рошана я убивал с тобой внутри? Ну да. Пиздец, а че ты, Андрей? У тебя же есть своя голова. Да я это просто, значит, валялся. Реально, я зачилился. Ой, чё? Ой, я успел. Правильно, правильно, Руч. Я так и поняла, что ты нагулил, когда ты мне его не свапнул. Думаю, ага. Бесполезно, спасибо. А тебе норм, прону на меня потратил. Курьер сил света был убит. Ого. Ого. Сейчас. Санчеса вниз. О. У меня не убьет на войне. А я сумку пильнул. Я умер. В лаке. Виста умерла. Паки-паки. А я бегу? Я бегу в просветке. Я бегу. О, что вы? Ого. Здесь за хуйня отталкивается. Это у Дизрика. Это у Дизрапа. Ну ты же хочешь меня убить? Сколько она КДшится вообще? По-моему, секунд 5, да, где-то? 4 секунды. 4. Не, не помню. Сейчас. Саня умер? Не, у меня же Аигис еще. Есть какой-то важный айтем, который тебе хочется иметь в этой игре со мной? Ты же хочешь мне молнию дать? Есть какой-нибудь важный айтем, который ты хочешь иметь? Ну, типа, на самом... Ну, ну, октарин на котле. Вот это мне надо. А, я ну. Делаю октарин. Да его, наверное, какие-то поднимать. Как ты меня заебал? Все говном этим. Так, а у меня... Ого. Опасная ситуация, гайз. 5 да. секунд. Тут красный. Блять. Ульта 15. Найс, я так и я надеялся, хоть я попасть в Винтус. О, момчик, это неплохо придумал. Давай я пропустил бэк еще поработаю. 9 секунд ульта у меня. Ой-ой-ой. 5 секунд. 4. Да! Ссылка на мой крутой телеграм-канал в описании. Может быть, котлета даже возьмет экс этот? Руны XP? Руны XP, кстати, две, гайз. Ну Дрофт. Тогда иди задувай, я уже тянула. О, это что такое? Где? А кто-то с гемом сейчас проходил мимо? У нас есть гем? А, да, да. Ебать. Сань, ты парка на боте не хочешь ее убить через трубу? Да я хочу что-то другое сделать. Я могу зареколить, пока у меня ульта есть еще. Сколько там получается? Больно. О, спасибо за шорт. Теперь у меня целых два рекола, кстати, есть. Прикиньте. Да. Меня это нажали хвана. Я там ничего не сделаю. Нечем сейвить. Ну, Андрюха, петуха, надо спасти его. Бля, лаки. Гем забрал Раста. Эй, Раста это в этом патче. Вот Расту с гемом цели. Ой-ой-ой, это плохо. Видишь?
Да баш, ебаный, блядь, с первого удара прокнул. Из-за этой хуйни я не смог выбежать и нажать engage. Просто пиздец. Пожалуй, пойду наверх. Ты а ты экспу забрал? Ты экспу забрал? Тебе экспу вставляли в боте. Никто меня не говорил. Или я прослушал? Бля. Что-то на ноги приду. Бля, раз ты бежит куда-то. Раз ты бежит. За экспой бежит, блядь. Пизда. Блять, реально бежит. Самое стрёмное, что я хочу сейчас не увидеть, это красный скан. Пожалуйста, нет. Блять. Очень обидно. Ладно, я сейчас стану и всех убью. Вашу нижнюю. Пускай котлеты тогда подходят. Подходите, ребят. А, 30 секунд еще. Силы тьмы укрепили свои сооружения. Я что-то не так понял. Я видимо, про стаки подумал, что забирай стаки, я стаки забрал. Нет, я сказал, экспу тогда забыл. Видимо, это вот проворонил вот этот момент. Не услышал. Ой, блин. Курьер сил света был убит. Ага. Может, Рошану пьем? И уж нет. Он еще мед, да. Ты, мне кажется, отправлю, уже должен, да, не? Типа. Еще рано. Ой, меду. Вот сейчас. За 5 часов в инвиз. Я через всю карту бежал за Саней. Он убежал. Я так понимаю... Успел, как знал. Я реколю, Андрей, я реколю. Прошап. Ладно, я умею. Бля. Ну я пытался немножко, не хватило забить. Но я так хочу из своего фраг сделать. Я уже успели в четвером телепорт нажать. Сиська живи! Ну я не правлю, если чё. На всякий случай. Туда опять, блядь, буринг. А я об этом и не подумал. Я об этом даже не подумал. У меня крип как бы поважнее. О, гем. Убиваем, ух, убиваем. И сидит, блядь, и сидит. Не видно. А вон гемчик. Я заберу, оставь, я куру принес. А, окей, давай. Так, чё мне надо, чё мне надо? Не вылазить, да, опять? Может, скорее, да. Залезь, вылез, да? Что за хуйня? Да, не разобраться. Слишком много опций. Руна мудрости для котла появилась. Ебучая дос. Мудрости. Хотел. Ты слышал, Лёва? Как ты сказал, мурородрости? Мунородрости. Так это я вот недавно что-то на 1x6 выдал какую-то хуйню, ты что же сказал? Я как-то в магазине Бач. Попросил филейное куре, там продавщица охуела. Классика. Блин, так, про... ты сказал сейчас про магазин? История небольшая. Короче, у меня два кента, они работали на стройке, решили пообедать. Пошли в ларек, просто обычный самый ларек, и там были сосиски быстро. И там чувак, он такой, ну, с прикольчиком небольшой. Небольшим. И он на эти сосиски смотрит, да, и он говорит... Дайте вот эти сосиски, быстро. Он такой, сейчас, мальчики, подожди. Быстрый, блядь. Опасно, парень. Саня, ты драку, ты будешь приходить или... Не, я учёл. Реколить тебе? Ага, окей. Ну, могу зарекольить за это. Не, ты решил убить. А, тут решил. Тогда бэкаем, блин. Ладно. Там справишься? Ой, щитцы ничего, я пострелю пока. 2024 год, Урса спрашивает, справится ли он с Рошаном. Рекольнуть? Нет. А сейчас? Нет. Тут у меня, если раньше Урса в 10-й... Не надо. Сейчас. Ладно, тогда щит заберу, а то они тут шарвеются. Шоу шат. Урса не надо. А вот сейчас надо. Боть. Пойди. Сиди, ждет, пока комната кончится. Специально прокликал, небось, такой, а, сейчас кончится. Я из-за того, что я попадаю из игры, на всякий случай. Не, Лёва забирал же экспо, нет, Лёва? Ты забирал? Да что за промахи, блин? Какого хуя ты не забирал? Я же 50 раз попросил её забрать. Забить. Без агрессии.
Ты можешь сдохнуть. Блять, моя Soul XP! Сейчас я пытаюсь. Там она на троих поделилась. Да, я понял. Я тебя на дизрике, на котле отправил крипа на КДР. А ты медас юзнул, да? Ладно. Да. Я думал, ты под ними нажмешь. Да ладно. А вот это твой крип пока добежит? Да, ты подстакай инчей, слышишь? Алло. Давай. И мне надо найти такого же крипа, только но... Так, ребят, поставьте... Нам нужно... Лучше всего найти. Силы света укрепили свои сооружения. Сейчас в боте заспауню. Срочно пикаем оруку. Так, да. Блин, зайдуть охоту в мид. Там, я думал пикать его. Но... Держу, что он может заменить. Пачку большую держу. Держу пачку. Максимальный. А у меня уже есть все. А, да? Да. Так. Так, есть у нас дракон? А, вот на перезарядку чел. 14%. Да. Дракон. Так, погнали. Да, дракон, галочка. Тут демотиватор хочет, знаешь, сделать про музыку из Киберпанка. Да, да, да. Дракон. Пока еще. По сути, мне надо, чтобы со мной только котел был. Ой, а че у меня такой? Блядь, ебанутый курьер. Курьеров продолжается, похоже. Что, уже настакиваете, да, ульту? Так, мне надо, чтобы меня гули залезть теперь. А, 20-й выпуск добивает. Не, мы пока не можем настакивать. Нам нужен вот этот баги. Какой я убил? А, ты бешердец? А, вот и он. Так. Давай сам. Может, помочь? Мне надо, чтобы ты мне обновлял. Только отходи. Болит или не надо? Ну, ты что умрёшь просто напросто. Делай. Мне надо, чтобы ты мне ПКД обновлял. Реколить или нет, Сашок? Нон-стоп реколить. Все, хорошо, погнали. Мне надо, чтобы ты мне первый спелл обновлял, да. Ну, ты как далеко будешь, чтобы улетать? Да ничего. Блин, что-то как-то... Тяжело. 76. Я застрял, кстати. Ну. Я реколю себе ПКД. Он сказал ПКД реколю. Я реколю ПКД. Я не понимаю, что происходит вообще. Да. Я не туплю. Я тоже не особо понимаю. Я помню, я понял. Он увеличивает урон. Ну, бля, вот это вот. Но это на самом деле очень странно выглядит. Блин, я его сейчас убью просто-напросто. Да, косяк. Ой, я его убил случайно, блять. Ёбана, вот. Что делать? Сколько? 350. О. Он сбил рекол. Нет. Не успел, нихуя. На нейтралке въехать, на нейтралке. Лёп, старайся не умереть. Ага. А у меня и так будет бесконечно, он стакается. Блин, два рекола, это очень смешно. Видишь, у меня урон не спадает. Короче... Ага. Короче, ладно, может пока без рекола, просто там чакрамэджиком хуяк. Окей. Блять, даже бликера я сделал. А, Аля у меня в чате сидит, короче, пока я... А там хрона тратили? Нет, я просто привет уткнула. Хрона нет? Или тратили? Что, по-моему, никто не дрался. Потому что я его видел у тебя. Меня чтоб не хрона въебали. Ну, пожалуйста. О. Оказывался, нет. Актеры, блядь, врага. Просто актеры, блядь, говорит, не надо, чтобы хрона въебали сразу. Выезжаю. Да, сейчас будет слинёчек, сейчас будет. Блядь, мне надо запасы, быстрее. Ау. Фу, блядь, огонь спас. Ау, блядь. Ой-ой-ой, меня раз ты зазвонил, Санёк. Я не могу туда, если не могу. Ой, тут бак, да, ну мы не можем туда реально.
Блять. Саня, мне кажется, ты немножко перепутал фонтаны. Можно как-то зарепить попробуем? Попробуй. Ставь мне реколы, рано или поздно получится. У меня 800 урона. Ой. Здорово. Так, 800. Читер. Так, я пошел под фонтан стакать. Главное, чтобы мне... Без нас сможешь? Да, гол к нему пробежим, пробовал. Давай. Давай, я потанчу. Может, давай, я потанчу. Давайте я потанчу. Подождите, стоп. Эй, Аля. Эй, Аля. Здорово, Саня. Так, мне нужен гефхэшик. Мы с тобой рядом с крипом. Берем. Так, ищем стак. Это не я сделал. Ой! Нифига, да? Дал я себе. Он стакивается. А я могу твоего снова ударить убить? Если, ну, там тебе нужно очень много урона будет. Ой. Думаю, 1040, а то и 50. Да не факт. Ну да. Так, мне нужно... Мекераса есть, если чем. Ой. Мне нужен гефреш. И не пей бас. Я ее ладал, И просвет. А. А, задумал, что недостоин. Да. О, там, кстати, хорошо залетел. Ого. Ну, я надеюсь, они встанут. Ого. Так. Понимаешь? Бля, нет, я умираю! Пизда. Что могли сделать? Наверное, ничего. У меня ульта спал. У меня еще в кре был. Я ульта спал. Бля, сколько у меня 2000 урон было на стакана, да? Да. Ну, сейчас будет новый витерзатель. Ну, ладно, байбекусь. Ебаный. Прикольнуть? Да, давай. Погнали набивать. На фонтане. А, на фонтане. Хард. Надо, наверное, какой-то еблей пасника собрать. Убиваешь? Отлично. Курьер сил света был убит. Ты в ловушке? Так, все. Под фонтанчик поехали. Слышь, стой. Можно тут урон получать от вардов, там варды. Раз ты. Не, это мало. Мало. Да. О, вот, я вижу его. Верный бой. Саня, если будет хуёво гореть, я буду юлу нажимать. Окей. Ну, типа, если у тебя кнопки КД, так, ну все, я уже 800 набил. Сейчас ульту обновим. Жалко, что у нас будет прыгать еще, у нас там планка будет прыгать. Ага. Я на себя пока его оставляю. Так, это же еще. Блять, 5000. Ранг 1000, жру 1000. А. Так, 1500 дэмэджа. Интересно, дэмэдж. Чё, блять, у меня стаки фонтана очень быстро спадают, это минус. Да, кто-то. Ой-ой-ой, йоу надо, йоу. Йоу. У меня такой не было, когда вас. Нет. Ну, крит. Ударом. Плакич. Плакич. Бля, я не могу нажать. 20 стаков фонтана. Получишь, да? Успеешь. Нормально. Я как тебя подхилить? Ой. Бля. У меня баги какие-то странные. У меня клава отказала. Не выдержала эту игру. Не надо подхиляться, надо. Хорош подхилялся. Ой, убивают шмяка. Красава! Позитив!
пушки уже. Ну, набиваем. ₽500 на карту и спушим. Так. Так. Ой, что я? Чуть не сдох по ощущениям. Да вон 3500, только вон она. Так, надо, чтобы котел... А котел мертв? Я пал, смотри, храбрых, я иду. Я могу не справиться с управлением, у меня проблемы с горой. Я надо покидал респаун. Ну это потому, что не рассчитываешь, что я 100% быстрее его прокрепка. Хорошо. Я бегу. 1600 урон, ну так-то нормально. Так. Ну и не талкивает. Только 6 атаки слишком быстро спадают. Это минус. 7-0. Ох ты, блядь, свинтус. Боже. О, блядь! Нечего, нечего. О, так оно. А, все, есть ранее. Да, я сейчас затупил. Крыша начинает ехать меня со временем. Ничего. Ой, ребят, я умру. Я пытаюсь достать Йолу. Так, стаки спалил сейчас. Успел. Нормально. Блять, не опасно эти ребята. Байда убей просто. А, нихуя себе. Так нормально. Да? Там Байда, по-моему, жопой просто прибила, да? Уф, 5000 урона. Там вас пушат. Пушит вашу верхнюю башню. Гоним на дизрекс там. Че, это все равно не нужно. Ну-ка, а сколько я по тауру ударил? Ваша верхняя башня, нижняя башня. Слушай, оставлять, бам! Знаешь, сейчас буду менять шрамы. Чисто вот. Это Воя чисто спрашивает. Значит, куда эти шрамы? Я тоже хорошо бурсы. Ваши центральные казармы разрушены. Нормально. Интересно, такой... не видит, сколько ваши у тебя дамаж? Ум. Прокликивают они тебя? Блин, дизоль надо. У нас темпларк ломает, Т4. Проиграли. Дай ТП. А, нихуя себе. Дай ТП за рекольт. Можно фронт? Я с ними попиздился. У меня только рекольнет. Я тебя рекольнет. А, нет. Просто, блядь, батька на плевуху дал. За мной раз побежит. Я не могу, у меня труд неуправляемый. Я не могу играть. Саня, купи второй турбола себе. Мне нужен котел, на чем мне спать, дуд стаки мои. Я далеко от тебя. Я могу реколить? Ну, ты должен тебе. Я просто думал, я ТП дам и зареколю тебя, а ты ТПшнулся вместе с. Центральная башня противника разрушена. Бешеный медведь. На, блядь, по унитазу. На. Обновляй мне. Обновляю. А я релогаюсь? А как ты смог обновить урон после ТП оттуда? После банки? Я грибил. Не, мне обязательно урон получать. Я просто прыгаю, и он появляется. Главное, чтобы энрейдж был тип. Понял. И причем после окончания тиммейта не, он не спадает. А, там дэмидж так. Да. Блять. Будет на боте. Будет нормально. Так, сейчас должны еще. Ой. Че, одного фрешка? А, я потерял крипа на КД, ребят. И будет больше. Шесть тысяч урона. Неплохо, слушай. Будет арчит. Да? Секунду, Саня, нам ТТ не будет. Может, Саня, ты пехнется на Войда, убьет и назад переколется на фонтан? А у меня ульта кончится. Силы тьмы укрепили свои сооружения. 30 секунд. Если успеете, 30 секунд. Сооружения. Успеете, он их точно ой, мама мия! Он их хуя по ваншоты, сейчас чекайте. Меня убило. Бля, не смог.
Лево убило. Меня убила темпларка, ребят. Можешь обновлять там? Ну, Синкара, хорошо. Торментор есть, Сань. Да. О. А, блядь. Блядь. Ёбаный. Лоб, слышишь, он умер бы сейчас случайно. Не подошел. Шестих, как он упал. Я и забыл, что урон такой. Да, по этому герою 6700. А может, Аршану ебешь, Сань? О, реально, загляни к Аршанчику. Так, знаешь, пока он будет ТП-хаться, у него же добьется. Нормально. А, под Яшана встать? И он в центре дамажит Яшан? Блин, не надо кто-то... Можешь просто убить его. Ебать! Короче, знаете чего? Там это... Прыгай. Короче, по сути, меня бы сити как бы дамажил бы достаточно сильно, да? Ой, все. Ладно, Хиванов, так и... Вайдарчит. Ого. Вот гений, а? Придумал же. Ну, Саня, можешь, по идее, купить... Вот. Вместо Шияши, БКБ? Ой, у меня спало. Вашу верх... Ты пока эти... Ты подбирал деньги, жадность фраера разгубила. Ты поднял деньги, да, и не прыгнул. Блядь, ну... Я в тильте. Престол Б Кримсон купил. Он в тильте. На топе темпарка с... Это что за хуйня, блядь, тут у нас? Не банут, что ли? Лёва, не получай урона, то он хиливаться будет. Я далеко вообще. Ну, там просто обрез. Ладно, 6000 урона набили. Приятно. Погнали. И чё, блядь? Пойдём вверх. Ой, суки. Ой, вот я себе его придумали. Ты? У нас мега крипы сейчас. Да, поебать. Хоть двое мега крипов. Зарекой Лёва, Саня, уже? А, да, блин, нет. Бля, охчит. Я сбил. Хорош. Мега крипы не сделали? Сделали? Не, не сделали. Не, ещё на боте в бараке. Unlucky, лаки. Бараки, плаки. Ты мне вылазить им трон ломаем? Я в меня бы залез. Я а, не вылазил. Так он. Бля, опять спало. Да похуй. Еще. А, нет. Куда я не пойду? Да, там. Ой, нельзя так говорить. Как? Ну, если нельзя, у него... Куда я должен говорить? Не рядом. Да. Ебать, я умираю, а? Не думаю. Нет. Паны нету все еще. Ребята. Сергей? Вижу, когда. Бой как будто по мою душу хочет. Да, мне кажется, ты его немножко бесишь. Прикольно, мы в загон загнали назад. Животных в загон. Пад? Черт, хочет вернуться по фаблу. Братишка, мне кажется, это шип. О, это хороший апсет был. Ой, я тебе зарил, дал все в сынках. Ну, спали, стаки спали. Ну ладно. И заила. Ну да. Да, наверное. Да, чё мы? Отдаём победу? Виноват. А мы на неё не успеем, да? Блядь, ну так если бить будем, ну аля хуярит со всех рук, блядь. Обсуждаем, да, победу, аля. Хуяк. Ну там было обидно, конечно. Только ТП-шнулся, и сразу же мне темпларка вылетел, ебало, естественно. Спрашивал, да, сколько ты хотел урон набить? Так я не знаю, чем больше, тем лучше. Ну, 20 тысяч хотя бы. Нихуя себе. Хотя бы. 20 тысяч было бы неплохо. Ладно. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.